Очередной отзыв на замену и ремонт в оружейной области. Компания TriggerTech отзывает свои USM спусковые крючки и комплекты из-за поломок. Отзывают варианты для 700-го Ремингтона, AR-15 и также для их арбалетов разнообразных. Вот, соответственно, тип карбид. То есть ОСМ, который использует карбидные, не знаю, там валы, насколько я понимаю, которые после 2000 плюс выстрелов могут сломаться. Они их заменят, соответственно. В среднем порядка 4000 ОСМ будут заменены, как они считают. И вот, соответственно, список и модели. Если у вас есть такое изделие, посмотрите на этом веб-сайте, вот TriggerTech Pages Safety, если он попадает под него, и свяжитесь с компанией для замены. Там на этом веб-сайте есть детальные инструкции. Ну и, соответственно, вот серийные номера или коды по датам, по разным типам ОСМ, которые они отзывают. В принципе, это продавалось напрямую TriggerTech и еще в нескольких магазинах на интернете и так далее. И также продавалось в оружии, сделанными определенными компаниями. 700 Remington вот модели и Instinct убийцы, это, соответственно, арбалет. Изготовлено это все в Канаде. Ну, может быть, и в США тоже попадало. Не знаю, попадали ли такие вещи в США или нет. Но, может быть, для зрителей из Канады это будет интересно. Ну, вот такое очень краткое видео. Спасибо человеку, который мне указал на эту замену. Он знает, кто он. Я имена здесь называть не буду. Так что вот, может быть, очень интересно для кого-то. Спасибо за внимание.